Всем привет, меня зовут Макс Лазаренко, я директор по продажам компании Kainozoid Distribution, и сегодня в этом обзоре я расскажу вам о самых крутых позициях от легендарного шведского производителя газовых, бензиновых, мультитопливных, горелок, всякой разной туристической посуды и аксессуаров для крутого бивака компании Optimus. Optimus на мировом рынке существует 117 лет. Контора была основана в городе Стокгольме, родине малыша и Карлсона, в далеком 1889 году. 117 лет. Эта продукция используется в самых различных уголках планеты для многих и многих поколений и профессиональных путешественников, и любителей. Продукция Optimus стала первой и, ну, на долгие годы, многие поколения, единственной маркой, да, туристического снаряжения в этой категории. Горелки Optimus передаются в Северной Европе из поколения в поколение. В течение второй половины 20 века продукция компании Optimus используется на постоянной основе в войсках НАТО. Optimus поставляет в НАТО две модели жидкотопливных горелок. Это модель Optimus Hiker Plus, о которой более подробно я чуть позже расскажу, и очень известная и популярная на украинском рынке жидкотопливная горелка Optimus Nova. Лучшие в мире солдаты воюют с лучшим в мире снаряжением. Перед вами легендарная жидкотопливная бензиновая горелка от компании Optimus, горелка Hiker Plus. Горелка Hiker Plus производится компанией Optimus практически без единого конструкционного изменения уже практически в течение 80 лет. В середине 50-х годов, когда происходили первые большие гималайские экспедиции, штурмовались восьмитысячники, эта модель была самой популярной и самой часто используемой в высотных экспедициях. Она даже получила своеобразное прозвище, ее называли «Притак Гималаев». Именно с этими горелками в 1953 году британские альпинисты впервые успешно штурмовали Эверест. Именно из-за своей предельной простоты конструкции, безотказности и фантастической надежности эта горелка до сих пор пользуется большой популярностью среди военных, альпинистов, которые предпочитают классику, и в последние годы эта модель очень часто используется во время больших внедорожных экспедиций. Hiker Plus – это оптимальная комбинация простоты и предельной надежности эксплуатации. Прочный стальной корпус надежно защищает горелку и топливный бак во время транспортировки и эксплуатации. Запатентованная радиаторная система предварительного прогрева топлива, вот она, вот эта вот чаша, которая позволяет обходиться без трубки предварительного прогрева топлива, которая, ну, вы часто можете видеть в современных жидкотопливных или мультитопливных горелках, позволяет системе работать максимально надежно практически на любом топливе и при любых погодных условиях. Дело в том, что трубка очень часто забивается некачественным горючим, и это одна из основных конструкционных особенностей, которая по-прежнему, несмотря на то, что горелкостроение уже далеко шагнуло вперед, выделяет эту горелку и является фактором очень серьезной надежности этой модели. В горелке Optimus Hiker Plus используется одна форсунка для всех типов топлива. Эта горелка прекрасно работает как на бензине, керосине, дизельном и даже реактивном топливе. Горелка снабжена системой точечной регулировки пламени. Вот, обратите, пожалуйста, внимание на этот вентиль, который крепится вот такой вот цепью. Регулятор невозможно потерять, он прячется в защитный корпус. Вообще вся горелка представляет собой целую полностью металлическую конструкцию без единой пластиковой детали. Ломаться здесь абсолютно нечем. Ну и самое интересное, это простая патентованная конструкция горелки. Просто откройте крышку, выдвините топливный бак,
залейте топливо, накачайте насосом топливо, подайте его в шланг, откройте горелку, подождите и готовьте. Простота, минимальность действий. При закипании 1 литра воды на горелке Optimus Hyper Plus 3,5 минуты. Вес горелки составляет 1 кг 590 грамм. Время работы горелки при полностью заполненном баке, это 350 мл, составляет 2 часа. Мощность горелки 2 кВт 850 Вт. Гималайские восхождения, многодневные ралли в монгольских пустынях, полярные экспедиции в затерянных арктических льдах – это те места, где вы можете чаще всего встретить в эксплуатации горелку Optimus Hyper Plus. Hyper Plus от Optimus – только классика, только для хардкора.